Всем привет, с вами Галактики и Сибирский Лемминг. Да, я здесь, все еще. Продолжаем играть в Train 2. Правильно да. Я название сказал, да? Правильно, Train 2 от финской, кажется, все-таки студии Frozen Byte, которая сейчас делает, по-моему, мобильные игры, как когда-то делала Трайны не так давно. Так, и я сейчас просто немножко... Вот я... Не надо меня подсаживать, ты мне раскачиваться не даешь. Я хочу просто запрыгнуть туда наверх. Так, оп, все, я взял. И теперь смотри, какой хитрый финт. Я такой беру и сам себя качу волшебником. Ты хитрый финт? А, подожди. Смотри, бери сейчас эту лучницу и цепляйся. За платформу, на которой я, и мы вместе поедем. Поехали. Ты возьмешь сферу снизу, а я сверху. Все. Покатались и хватит. Да, нормально. Вот у нас чекпоинт. А вообще тут как, уровни длинные или как? О, ты знаешь, это было давно и неправда, когда я играл в Train, поэтому я уж, честно говоря, просто не помню. Они насыщены чекпоинтами, поэтому Train — это такая игра, как бы, в которую можно и полтора часа играть, и 5 минут. Как тебе без понтия дерется, а? Сейчас я их покромсаю. Мне иногда тоже охота покромсать. Там вот бойница есть. Тебе бы в эту бойницу сейчас залезть. Видишь, этот парень? Я его достать не могу. А я сейчас щитом буду прикрывать, ты стреляй в него. Ага. Шею ему прям. Во, классно. По-снайперски, в шею надо бить. Так, давай-ка я тебя подсажу. Ты, а ты я сейчас... могу вот так вот садить. Ну да. О, левел ап. О, есть. Всегда. А теперь давай. А, мне не надо, я ящичками перебьюсь. До меня только сейчас дошло, что я умею ящики создавать. Оп. Так, чуть не свалился. А там неприятно. А, жесть, теперь же еще мне надо пройти. Стоп, спокойно, спокойно. Тихо, нет, что я делаю вообще и зачем я это делаю? Возьми, может, лучница. Так. Не, окей, разберемся. Ничего, нормально. А я вон все могу оживить. Там сфера, да, где-то? Да, ну, сразу за этим. Ну, сейчас раскачаюсь нормально и в припрыжечку. Оп, разбей ящик там. Это самое, как там, скляночка. Чуть не потеряли скляночку. Размахнулся. Ветер дует? А, да, подпрыгивать можно. А попробуй щит поставить, интересно, сильнее будет, нет? Нет. Не продуман момент. А, все, я вспомнил. Да, правильно. Да. Сдувает, я не могу понять, что происходит, у меня сдувает. Так. Сейчас я... Тут магам нужно ребусы решать. Да чтоб тебя, блин! А, ты вращать попробуй... объект, ё-моё, можно вращать объект, я всю жизнь тут не знал, что можно объект вращать. Играл как дурак, так, как всегда. Оп, все. Давай теперь про прыжечку. Подожди, они что-то как-то по очереди дуют, что ли? Нет, я должен взять эту сферу. Я ж... Там большая еще выше. Большой, там какая-то шестеренка даже крутится. Шестеренка? Да. Черт возьми, это же дико интересно. А, я знаю, что нужно сделать. Все, до меня дошло. Ну, то есть, до меня дошло, что нужно сделать, но это еще не означает, что я это сделаю. Вот так. И вот так. Я же говорил, не означает. Так, сейчас еще разочек. Давай! Чуточку. Не, ну мы должны ее взять, это уже принципиально. Слушай, бери мага. И... Создавай ящик, вешай его туда. Куда? И, короче, да. Куда ну где-нибудь в воздухе его пока создай. Просто ящик. А потом правой клавишей подхватывай. Ага. Я сейчас, короче, запрыгну на эту фигню. Потом живенько-быренько на ящик. Я просто сейчас не вижу, где ты прыгаешь. Я только кусок ящика вижу. Не-не, нормально. Держи нормально? Ящик. Держу.
Опа, все, а отлично. Не словил. Ну, уже и не надо. Ну, класс, все взяли. Люблю, когда получается. Интересно, как это в одну каску то все берется. О, кстати, вот, по-моему, и конец уровня этого. Да, очень похоже на то. Либо будет босс файт. А, да, да, что, боссы есть? Да, вот, например. И ведь там еще как-то... Подожди, дай-ка мне лучницу. Давай, возьми я фунт. Взял. Ау! Так, подожди, нам бы уровень повысить, а то я вот не повышал. Ты повышал уже? Нет, нет, нет. Я сейчас повышу себя. Ты там прикрывай пока. О, блин, да, сзади, я не допрыгну до тебя. Он резко появился, я уже... А-а-а! Ничего себе! Какая она меня приложила, а? А как змеиться? Я вот такую штуку взял. Зацени. Закрой ее. Давай, она рот открывает. Надо пробежать, мне кажется, просто. Наверное, да, потому что, ну, урона ей не... Пробежать не вариант. Так, я вернусь сейчас, восстановлю тогда. Мне кажется, нужно ее как-то нейтрализовать. Короче, а вот как это сделать? Там вот сверху у нее... Дай-ка подумаю. А, может, я молоток должен наверх бросить? Может быть, слушай. Промазал. Сейчас он не перезарядится. Мне кажется, тут все не так просто, конечно, как может показаться. А, нет, он просто улетает. Так, дай-ка я еще раз марш-бросок. Не, не вариант. Окей. Молоток об камни ударился. Блин, застрял. А, блин, опять гиблин появляется. Папа, стой, вернись. Да, я уже понял. Ой, смотри. О! Все проще. Да. Оказывается, а то, что я сделал, нужно было сделать, чтобы я не сделал. Да. Что же дальше? Надеюсь, что огромные жареные кабаны. Огромные жареные кабаны. Ну, в стиле Обеликса. Что это за странные люди? Надо бы понаблюдать за ними. Вот и некий сюжетный злодей, видимо. Хотя, кстати, не обязательно же злодей. Так, наблюдать. Как это злодей? Как это не злодей, точнее? Героев в таинственный это злодей. Лес, где они повстречали гоблинов и всяческих... Огромных созданий. Пропускаю тогда. Да, если что, можно поставить. Паузу, если что, я сейчас, да, зрителям. Можете впереди поставить паузу, почитать. Кто любит почитать, можете почитать. О, не вопрос. Улей. Улей. Ну-ка. Мне кажется, короче, если его сейчас куда-нибудь отнести, там, к тем же гоблинам, то нужно устроить какой-нибудь прикол. Тут сверху ящики. Так, не донес. Ну да ладно, окей. Давай, подожди. Я, короче, могу его так. О, оп. Да. Сейчас. Так его разбить надо. Сейчас теперь разобьем. Ага, вот, давай. А я могу молотком в него бросить просто-напросто. Вот так. О, тоже круто. Молоток чуть не попал мне на голову. Слушай, зачем эти ульи? А, вот зачем. Ну давай, парень, лови. Хе-хе-хе-хе. Мордас, кстати, ты это... Прекращай баловаться. Просто бей. Отлично. Я пока по верхам поскочу. Так, как их там подобрать? И у меня есть идейка. Не-не-не-не. Так, баланс. Баланс. Нет, не баланс. О, мне как раз здесь ящик нужен. Не совсем здесь, конечно, но... Тут спокойно. Вот, короче, такой. Да что? Как я... О. А подними ящик на ящик поставь. Сейчас. Вот так вот лестница. Вот там, понимаешь? Вот тут, вон они целых две.
И ни за что зацепиться тут нельзя, да? Да. Самый облом. Тут, очевидно, нужно с ящиками работать. А, подожди-ка. На самом деле, кажется, не обязательно с ящиками работать. Но придется. А, давай знаешь, как сделаем? Вдвоем встанем на эту штуку. Не-не, ты бери прыгающую. Бери ее. Беру. Запрыгивай туда. А теперь смотри, я ее, короче, начну вращать. И, короче, ее не могу вращать. Окей, давай пробуем вдвоем. Стоит, я ее сейчас могу вращать? О, могу! Но слишком быстро. Короче, так, нет, просто смотри, становимся с одной стороны, и а, ты ставишь ящики с другой. Давай. О, ящик сильно перевесил. Ничего себе. Тут спокойно. Одну сферу я взял. Это надо было видеть, тот еще пируэт. Сейчас, подожди. Может, ну его нафиг, эту сферу? Может. Уж больно много геморроев. Дай-ка мне снова прыгалку. Там сверху. Ага. Опа. Вот. Ну это уже по твоей части. Опа. Ну, просто спавнится. Класс, я как-то прям наверху. Был, пока не сбросили. За вот это вот цепляйся. Ой, поломал. Все поломал. Слишком тяжелый. Все, пойдем дальше. Вот это было неожиданно. Тебя сбросило, ой, да? Да, да, вообще класс. Ладно, прыгал. Подожди, я могу его замедлить. Оп, и все. Да, нормально. Запрыгивается. Или ты хочешь еще посмотреть? Блин. А, черт, шипы. Да, там шипы. Я хочу забраться на него посмотреть. Можно жизни восстановить без проблем. Хотя нет, там нету ничего. Все. Можно дальше бежать. Так, я на какую-то кнопку нажал. Я вижу. Вау. Масштабно. А, знаешь, что я вспомнил? Вот огненные стрелы, ну или там какие-то взрывающиеся. Ты припрыгай сюда, тут эта штука, ну тебе надо будет разбить. Вот огненные стрелы или взрывающиеся, опять же повторюсь, я не помню точно, какие они там. Ими можно вот разбивать преграды, так же как Понти это может делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Странно. Так. Надо раскачать. О, смотри, нормально. Здесь нужен Понти. Дай-ка мне Понти. Сейчас. Ой, блин, сейчас я секундочку. Не вовремя Понти взял. А, не-не-не, я. Все, магом, все отлично. А? Я запрыгнул. Я тут сверху. Снизу, точнее, колыхаюсь. А, ладно, пофиг, пошли дальше. Там вроде ничего уже не было. Так. Враги. Метка. Так. Так. Сейчас соскакает. Удар в спину. Все, хороших кромсать. Ты что-то прям перегибаешь немного. Да, не он спавнится и спавнится. Сейчас сверху один прибудет. И вон еще один сверху, но для него я, наверное, уже не достану. Достал, смотри, пяточку. Ахиллы обрубил. Так. Е и. Двигаем. Так, что мы туда двигаем? Вот так вот, да, наверное. Нет. А, вон я ворота открыл. Ну-ка, подожди, я пока тут сверху пропрыгаю. Мне нужен Понти. Топ, все. Ворота, значит, да? Ой. Подожди, давай. Ты ящички вот эти двигай туда под ворота. Я дал, смотрю, я сейчас вот эти прямо. Что-то Зойка как-то бодрячком открывает ворота, а Понти как-то медленно. Нет, надо, по-моему, поставить, чтобы я прошел. Я сейчас отпускаю рычаг, и ворота закрываются. А. Надо второй вон ящик. Так, а, все, я понял. А, ты двигать можешь. А, смотри, ты проходи.
Подожди, ну-ка, подожди, я сейчас попробую телекинезом. Давай проверим, сработает или нет. Отпусти. Так ты пройди сначала за ворота. И с той стороны. Так если не сработает, то смысл? Сработает, уже двигал только что. Все нормально. Ну, работает, действительно. Оп. Класс. Обожаю телекинез. Эки, ты резвый. Полетаем. А тут опять. Короче, так, такой же пазл. Ага, с трубами. Но. А там он еще огненные трубы есть. Угу. Ну-ка, разбей-ка. Только сам не спрыгни. Сейчас. Он ломал трубу. Она нам нужнее. Теперь внимание, вопрос. Чё, как и куда? Ну ладно, вот эту штуку я, положим, подниму. А тут какая-то труба. Угу. А что нужно сделать вообще? Ну понятно, что нужно допрыгнуть до туда. А смотри, дай мне мага. Бери. Так, ну значит... А кстати, ну-ка, давай-ка эту штукенцию. Ага, вот так вот. Все. Если что, я уже здесь, мне уже не надо. Ага, так. И вращаем, да? Нам куда надо запрыгнуть? Ой, там наверху такая аппетитная сфера. Их можно убирать, да, трубы? Все отлично. Так. Что ты меня толкаешь? Я тебя сдуть немного решил. Ой, куда ты пошел? Да я там гоблинов расстреливаю. Не-не-не, я могу с вами куда-то. А? Куда-то уйти решил. Так, давай, одевайся. Одевайся. Ну, а, вот, да, вариант. А теперь еще вот этот удлинитель бахнет. Удлинитель. Эка ее корежит эту трубу. Давай, оп. О. Так, спок, тихо. Подымаемся. Создай ящичек. Я на него запрыгну. Вот повыше и правее, еще чуть-чуть, еще повыше. Выше не могу. А, блин, я там максимум. Черт. Я просто, мне экран не поднимается. Ладно. Выше. Так. Окей, давай тогда на максимальную высоту. Сейчас я его. Блин, черт, с Петру. Поломался. Как? Не знаю. Все, взял. Отлично. Но сделать все равно по-другому нужно было эту всю структуру. Потому что я думаю, что ее нужно... Смотри, ты повернул налево, а надо было повернуть направо, да? Да, тогда мы сможем, я думаю, оба запрыгнуть нормально. Да мы и так сможем оба запрыгнуть. Вообще да, конечно. Да, подмагни-ка мне с этой штукой, я сейчас... Не-не, не так высоко, пониже. Кстати, еще. Вот. Ага, вот так, давай, оп, молодец. Смотри, теперь я беру мага. Так. А ты ее. А ты можешь второй ящик еще здесь оставить? Могу. Я-то не могу. А ты моешь. О! Промазал. Все. Отлично. Понти я на всякий случай прихвачу. Давай-ка, согрева. Как он отвернулся не вовремя. Подрезал. А, так он еще жив, ничего себе, слушай, да, крепкие ребят. Серьезные такие. Я запрыгнул, там забрал. Выше ничего нет? А, вон, есть. Смотри, там выше там, есть. Там, по-моему, разбить надо. А я луком... Нет? Не разобью. Разбить, да, надо? Да, разбить надо попозже. О! И все вниз на шипы упало, да? Или там нет шипов? Не знаю, сейчас проверим. Все. Я всегда проверяю сразу же. Мне не страшно так. Так. Сейчас. А он тут, в принципе, ничего интересного. Захватим с собой мячик. Да, давай. На всякий случай. А, не проходит. Геймдизайнеры продумали, подлецы. Так, я тут решил левелапнуться, но мне нечего левелапать, поэтому я не буду левелапаться. О, а тут секретик какой-то. Я взял опыт дополнительный. Угу. Так, а я давно не лапался, может быть. Может, у тебя уже на что-то накоплено? Не знаю, что брать. Сейчас нейтрализуем пару этих форсунок. Рывок. Могу рывок понтию взять. Ну, мне кажется, что надо.
морозный щит и огненный меч. Если так по Понтию идти. Давай я буду Понтия качать. Ну давай. Лучница. Лучница вот незаметность есть. Может взять все. Ну ладно, давай по Понтию пойду. Так. Знаешь что, возьми сейчас, наверное, лучницу. Запрыгни на платформу. Видишь, платформа на колесе. Угу. Потому что снизу там не так просто будет. Вот тебе нужно на платформу запрыгнуть сейчас. Нужно раскачаться и запрыгнуть. А, именно наверх вот запрыгнуть? Да, потому что, значит, тебя пожжет. С раскачиванием как раз проблема. А ты потом смотри, ты раскачиваешься, потом... Потом резко начинаешь длину уменьшать, и тебя подкидывает вверх. Ну, естественно, ты там еще прыгнуть должен вовремя. Раскачиваемся. О! О! О, боже мой. Давай. И я тебе... А хотя, в принципе, тебе тут даже не нужно, уже сам сможешь. Но на всякий случай я подвину платформочку. Там пару шариков с оботом было разве что. Да, да там один большой еще сверху. Будь он не ладен. Ой, что я делаю? Ты, наверное, хотел шарик с опытом забрать. Ну, скорее всего. Окей. Дай-ка мне лучницу, я сейчас с ее помощью запрыгну. Фу, ладно, фиг с ним, короче. Ну да. Хотя подожди-ка. Там на самом деле не сложно, по-моему. Да тут есть просто деревяшка. Да. Поэтому можно. Оп. Подожди, вот если... Ой, вау. Что-то упало на меня. Оба так, нет, 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 зачем? Это не входило в планы. Сюда? Так, подожди, вот если бы ты, да, подержал ее... Держу. А можешь еще повернуть вот в эту сторону? Какую? Вот в эту сторону. Вот в которую я иду. А я не вижу, в какую ты идешь. По часовой стрелке. Так, сейчас. Нет, 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 не против часовой. Нет, надо просто мне схватить с другой стороны. Вот так? Ага, да, давай, потихоньку. Давай она еще. Просто вот на край. Все, больше не хочет. Не опускается. О! Так, спокойно, нормально. Есть, взял. Просто на краешке экрана было, но одну сторону взять вообще. Ну да, я сам этой штукой пробовал управлять, что-то она какая-то сложная управлять. Жаба. Жаба. Какая милая жаба. Теперь жабу нужно как-то обмануть, очевидно. Там ему молоток кинем. Давай, кидай. О, смотри, у тебя уже меч огненный, молоток. Ты крутой чувак. Вот надо жаба, на. Раздать... Сейчас я его ящиком и забью. Бедняга. Получи. Ей хоть бы чё, а? Как слону дробина. Ладно. Так, а яблочко хочешь? На, вкусное яблочко. Какая яблочко. Давай. Расстроилась. Если вот так вот по спине. Воу, ничего себе. Она пружинит. Ну-ка, сейчас интересно, нападет на яблоко? Я молоток. Ты в яблоко попал. Подожди, но тем не менее это ведь нам, это конечно все жутко весело, но это нам ничего не дает. Да, так давай попробуем пройти, или она нам не даст пройти. Давай. Мне кажется, не даст, но попробуй пройди. Стой, давай я вместе с яблоком. О, вау, там же вода, плыви. Понтий тяжелый, он может себе позволить. Он может к этим топором. Я кажись понял. Во-первых, ты уже запрыгнул, в принципе. Надо было на язык. Да. Надо запрыгнуть на яблоко попытаться. Давай-ка попробуй, возьми лучницу, она все-таки более такая. Давай. Забегай, забегай на нее. Класс. О, бери. Ой, я скатился. Теперь внимание, вопрос, что мне делать? Окей. Какое-то время мне тут придется еще попрыгать. Я могу по ней. Опа, все.
сфера, вот это да. Сверкающая. А вниз не спрыгивал? Там вода. Понятием взяла, сейчас поплаваю. Так, ящики. Так. Ну и все вроде. Ничего интересного, да? Ну, пару этих сферочек опыта маленьких, и все. Ну ладно. Вроде бы. На ту сторону переплыть никак. Ой, тут гоблины. Ой, они все. Я тут на одном из них стою. Вряд ли это надолго прокатит. Нет, нет, парень, нет. Я лучше вот на тебе. Слушай, а прикольно, на него так встаешь, он сразу смирный становится. Что-то их тут многовато, по-моему. Ну и все больше и больше спавнится теперь. О, запрыгнул. Я опять что-то поломал. Ох, Шеттлпойнт, тяжелый воин. О, я раздавил гоблина кирпичом. Ой, ничего себе, как меня кидануло-то, а. Сейчас, я вижу, что тут что-то... Ой, еще левелапчик, да? У тебя тоже? Да, да, да. Ну, у нас очевидно, они одновременные. Да. Так, ой-ой-ой. Так, нет, нет. Что ты куда-то не в ту сторону прыгаешь? Ой! У-ху-ху-ху-ху. А, нормально. Ох, так. А, я могу... Да, я могу огонь закрывать собой. Своим... Щитом. Сильным телом. Ой, а там... Ну че, я тут как-нибудь поверху... Там шипы. А, да, шипы. Слушай, давай-ка я их немножко нейтрализую. Хотя ты уже прошел. Да. Сейчас, подожди, ну-ка, закройся щитом. Проведем эксперимент. Ай, там гоблин по мне стреляет. А, гоблин? Да. Вот там вот он? Да, вот чуть-чуть. О, все, есть. Это не я, дали ачивку. Да. Там еще один гоблин есть. Ты, каменная. А, ты можешь трубу, по-моему, отломать здесь. Да? Мага. Подожди, я сейчас тут нет, сферу еще. Она такая, полукруглая. А, здесь вон еще одна есть. Сферу. А ты, может, лучницу возьмешь? Как я падок до этих всех? А я не могу трубу отломать? Ой-ой-ой, нет. А, тут сфера нормально, подлечились. О, ты видишь, что там сверху, да? Да. Подожди, а, знаешь, что сделаем? Запрыгни вот сюда понтием, а я с понтия туда запрыгну. Так? Ага. Во. Отлично. Работает безукоризненно. Поддувает. Кто-то сдувается. Подожди, а если вниз сходить проверить, что там? Интересно. Там маленькие эти, как... Бутылочки есть. Я сейчас их ящичком. Так, аккуратненько. Да чтоб тебя ящичек. Давай. Оп. Все. Ну и теперь обязательная часть. Я пока левелапчик себе посмотрю. Воу-воу-воу, нас сдувает. Надо немного подпрыгнуть. Надо было подождать, да? Да, вот все. О, а почему меня не сдуло? Я тебя прикрыл своей жирной бронированной пушкой. Блин! Сам это вот. Ладно, окей. Я знаю, нужно вот здесь вот постоять, подождать просто. Все, подсдуло. Но мне кажется, что я не допрыгну. Да, я тебя не вижу. Наверное, ты не допрыгнешь. Очень странно. Так, ну ладно, я на самом деле этот вопрос сейчас решу. А вот ты зря спрыгнул. Да нет, уже все отлично сдувается вроде как. Надо просто здесь на шарике постоять. Почему-то я стоял и ничего не происходило. Потому что сейчас сдувать да. Тебя будет. Во, видишь, снова ничего.
А, вот, слушай, точно. Странно, что мне не повезло, видать. Сейчас я с Зоей. Гоблин! Ну с заднего-то я тут сейчас. Лучше верхнего. В пяточку. Нельзя стрелять в Зою. Готово. Все? Убивали. Ой, сколько там пришел. Рычажок. О, а ты смотри, как он висит. Кто? Гоблин. Или у тебя где? Не висит? У меня, вот похоже, у меня нет. Да, посмотрим. Не, у меня не висит. Под платформой. Индивидуальный косячок. У меня на платформе лежит, все нормально. Ай, ладно, что выпендриваться. Вот так вот. А теперь давай. Подожди, я поднимаю просто улей, что ли? Да. А я сейчас теперь все. Ну-ка, хватай не рычажок. Что я делаю? Понятия не имею. А я дверь открываю. Что-то поднимаешь. Хм. Ну-ка, я отпущу. А, стой, стой, не. Забавно. Смотри, я понял, наверное, как там можно обыграть это дело. А, смотри, тут можно трубу поставить. Возьми, там вот труба телепается, видишь, попробуй ее сюда поставить. Я не знаю зачем, что она даст. Все, я понял. Ну тут да, там понятно, а вот тут вот тоже можно. Или это так, развод, что мы трубу одну сюда израсходовали? Это просто, чтобы улей, видишь, нейтрализовать, а теперь нужно... А ты уже открыл там, поэтому можно просто пробежать. Я думал держать там. Стоп, у нас Понти помер. А, ну вообще в любом случае будет. Будет наверняка чекпоинт. Говорящий цветок. Побеседуем с цветочком. Цветы не разговаривают. Вы мне поможете? Ну конечно. У тебя тоже все, кроме мага, пропали. Да. Найдите мою сестру на той стороне болота. Ну, маг тут самый главный, наверное. Ну или по крайней мере в данной ситуации. Нам нужно найти другой цветок. И не переживай, цветочек. Ну что, пошли. Герои очутились в замшелые топи. Понти решил любой ценой помочь говорящему цветку. А Понти добродушный им на пути. Бугайчик. Амадей решил, да, что все-таки. Слушай, ну я думаю, знаешь, да, я вот думаю, что на этом можно уже данную серию завершить. Мы где-то, думаю, что в районе 25 минут, так по ощущениям. Как минимум до логического конца как бы мы дошли. Да, мне кажется, очень чудесно все совпало, так что думаю, что мы завершаем эту серию. И по результатам вашего отношения к этим видеороликам, и, ну, в принципе, если вам нравится, будем продолжать, все очень просто, ребят. Да? Смотрите, отписывайтесь, рассказывайте, подсказывайте, как всегда, и прочее. Мы будем дальше вас не слушать и фейлиться так, как мы хотим и умеем. Да вроде что, нормально все. Ну, да не, на самом деле нормально. Может, вдвоем проще играть. Прикинь, это то же самое проходить одному. Я вообще помню, что я там, когда играл когда-то давным-давно, я просто там какие-то дикие пируэты с участием трех ящиков и одной платформы одновременно устраивал. Ну, вот это единственный вариант, наверное. Потому что если бы не было мага с такими возможностями... Скорее всего, не единственный, но просто я никогда не ищу легких путей. Ну что ж, думаю, что спасибо всем за внимание, да, и до свидания. Всем пока.